И еще об одной важной дате. 10 апреля первое телевидение Тольятти ВАЗ-ТВ отметило свой 31-й год со дня основания. В честь этого события всем абонентам, которые приходили сегодня в офис телекомпании, мы вручали воздушные шары в форме сердец. В эти дни прозвучало много поздравлений и пожеланий первому телевидению Тольятти. От телезрителей, абонентов, партнеров и друзей. Спасибо вам за поздравления и добрые слова. Кроме того, компания «Лада Медиа» ко дню космонавтики преподнесла подарок всем абонентам, которые носят фамилию Гагарин. Они получат целый месяц пользования ТВ и интернетом в подарок. Кстати, таких абонентов 11, и один из них – полный тезка легендарного космонавта Юрий Гагарин. Поздравляем! Спасибо за то, что вы с нами. Мы работаем для вас.